Иркутска ТВ. Начинаем работу в прямом эфире, как всегда, с понедельника по пятницу с 15 до 21.00 в режиме реального времени. Обсуждаем все самое важное и интересное. В студии Никита Тарола и Елена Еремеева. Здравствуйте. Начинаем работать. И первая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, это тема застроек, которые, возможно, произойдут в Одессе. И в связи с этими застройками скоро наши экскурсоводы и гиды по туризму в Одессе будут рассказывать следующую информацию туристам. Вот посмотрите, уважаемые гости, справа у нас Стамбульский парк, а вот слева у нас семиэтажное здание. Ну, пройдем, давайте не будем об этом говорить. Так скажет конкретно гид. А мы скажем, давайте поговорим об этом сейчас. Что за семиэтажное здание, возможно, появится на Приморском бульваре? Давайте говорить прямо сейчас. Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну, действительно, речь о том, что на Приморском бульваре скоро появится большой такой красивый отель. Сколько? 16 этажей, да? Нет, ну... Нет. Во-первых, нельзя говорить, что скоро появится, потому что это только желание собственника, который видит там возможность разрушить наш памятник национального значения под видом реконструкции с приспособлением отеля 7 этажей приблизительно, то есть это до 30 метров. И это желание, почему желание? Потому что я хочу, чтобы одесситы понимали, что рассматривался на консультативном совете, рекордационном совете, вернее, при исполнительном комитете, только лишь вопрос эскизный проект и предпроектные работы касательно реставрации с приспособлением. Поэтому не будем сейчас... Подождите, уже есть вполне реальный архитектор Сергей Юнаков, который считает, что очень хорошо впишется семиэтажное здание в наш Приморский бульвар. К слову, человек, ну, киевлянин, да, он не одессит. Ну, конечно, потому что ему хотелось бы реализовать задание, которое дал ему собственник-инвестор, якобы, который хотел бы зайти на наш рынок, и они всеми правдами и неправдами будут рассказывать, как это важно. Ведь мы также сейчас можем от одесситов услышать, что памятник находится в аварийном состоянии, как нам говорят об этом эксперты и докладчики. Нам могут рассказывать, что нужно вливать инвестиции, чтобы развивать город. Но застройщик не договорился уже с Министерством культуры, что вот только часть это памятник архитектуры, а все остальное можно вполне себе благоустроить. Вот в этом-то и зарыта самая важная проблема, о которой нужно говорить. Я благодарна вам, вашей студии, что вы говорите об этом. Потому что мы не просто говорим. Давайте мы еще и покажем сюжет, который наши корреспонденты тщательно готовили. Там подробная информация. И после уже на предмет поговорим подробнее, пожалуйста. Семиэтажная гостиница на Приморском бульваре. На месте флигелей Дворца моряков может вырасти высотка. За продолжение подготовки документации проголосовали члены Координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Самые горячие дискуссии вызвал статус здания. По мнению части депутатов горсовета, чиновников и авторов эскизного проекта, памятником архитектуры является только та часть здания, что выходит на Приморский бульвар. И ее и отреставрируют. А вот флигели реконструируют. В то же время, по мнению некоторых архитекторов, строительство отеля высотой почти в 30 метров может испортить архитектурный ансамбль бульвара. И палац, и реконструкция – это гостиница «Редисон», 204 номера, с подземным паркингом на 38 автомобилей и с наземной парковкой во дворе на 17 автомобилей. Неоднократно, безуспешно номинируется в зону ЮНЕСКО. И подобные объемы архитектурные, которые будут выглядывать из-за старых, из-за существующей застройки, они будут, ну, большой минус. В то же время некоторые члены консультационного совета считают реконструкцию незаконной, поскольку флигели являются неотъемлемой частью памятника архитектуры, говорят они. Их оппоненты приводят документы из Минкульта, но те носят лишь рекомендательный характер, уверяют эксперты. Это была рекомендация со стороны экспертного совета при Министерстве культуры о включении этого здания вот в таком виде. То есть фактически исключение вот этих частей буквы «П». Дворец Шедловского, именно «П-образная» форма всегда была в реестре под охраной государства. И вот сегодняшний вывод, ну, подтверждение, что Минкульт вывел его из охраны государства, я считаю противозаконным, и мы будем обжаловать это решение в судебных инстанциях.
То есть, ну, как раз вот последний комментарий был ваш. Вы будете обжаловать. Это кто мы? Вы говорите, наверное, об... Одесситы. Конечно, одесситы, потому что здесь, вы видите, здесь нет политики. Здесь есть общая задача одесситов сохранить традиционный характер Приморского бульвара. Кроме того, обжаловать суды – это самое последнее, что мы будем использовать. Потому что на сегодняшний день еще есть надежда на то, что мы достучимся до Министерства культуры. Я понимаю, да, действительно, что, как уже говорили в вашем ролике, эксперты и специалисты по вопросам охраны памятников, было принято решение на экспертном совете при Министерстве культуры принять ту учетную документацию, которая была подготовлена полностью под заказчика, я еще раз акцентирую внимание, и прошла согласование на местном уровне и в области, потому что нужно, чтобы все понимали, что именно консультативный совет областной рекомендовал учетную документацию принять во внимание и отправили на экспертную раду. Я также обращалась в ноябре месяце с своим запросом, не запросом, а обращением к министру культуры с просьбой рассмотреть те архивные данные, которые подтверждали, что дворец Шедловского всегда имел П-образную форму, и не было ни правого, ни левого флигеля. И нельзя говорить о том, что они не представляют исторической и культурной ценности, как нам сейчас заявляют, потому что есть даже паспорт объекта, который четко показывал, что правое и левое крыло всегда было единым зданием дворца. Скажите, Министерству культуры невыгодно замечать такие важные моменты в этом вопросе, либо это их, ну, возможно, непрофессионализм или заинтересованность? Вы знаете, выгодно, невыгодно, сложно мне сейчас судить, но то, что я получила ответ от Министерства культуры Украины, что мое обращение с приложением на 26 листах архивной справок будет принято во внимание, было проигнорировано. Вот вытяг протокола заседания экспертного совета, где написано, что зачитано лист до Министерства культуры Украины депутату Одеської міської ради, но при этом следующим пунктом рекомендувати палац об'єм фасадної будівлі по бульвару Приморському 9 у місті Одесі до занесення до державного реєстру. То есть они почитали, не изучили все додатки, но и тут же приняли рекомендовать палац только лишь объем фасадной будивли, что говорит о том, наши крылья обрезаются для того, чтобы застроить их новым. Я еще раз делаю акцент, это не идет речь о реставрационных работах и даже не о реконструкции, а о новом строительстве, потому что будут снесены флигеля. Да, это отель Редисон, к слову, Сергей Юнаков, архитектор, он славится вот такими своими аналогичными работами, он строил Редисон в Буковеле. То есть у него уже есть такое портфолио довольно серьезное, и очевидно, что намерение тоже довольно серьезное. Да, я думаю, что и намерения серьезные, инвестиции неплохие, и да и желание у собственников быстрее вот реализовать этот проект. Почему? Потому что доведение до аварийного состояния, это нормальное явление в нашем городе. Но давайте еще подумать о том, что Редисон, в общем-то, достаточно известная сеть, и я не думаю, что задача только 200 номеров, как нам сейчас представляют. То есть важно... Выше будет строение? Нет, я к тому, что Редисон, может быть, заинтересован был в том, чтобы иметь именно отель в таком месте, но не обязательно на 200 номеров, можно же и меньше показать. Вы понимаете, что статус это свой, да? Статусность, то есть, выходит, да. Двухэтажный Редисон вас бы устроил? Ну, нас бы всех устроил двухэтажный Редисон. Начнем с того, что нам всем интересно, чтобы этот памятник был сохранен и, в общем-то, приспособлен, да, под гостиницу. Нет, ну вот конкретно на этом месте все-таки, наверное, не должно быть отеля, да? Ну, ни видите, двухэтажного, здесь, ни 7, ни 16. Я поняла ваш вопрос. Здесь должно быть однозначно сохранение архитектуры и истории для города. И важно еще очень понимать, что должен быть компромисс. Потому что я не за разрушение памятника, но я не могу позволить, чтобы он оставался в таком состоянии. И то, что я голосовала против, я хочу, чтобы все тоже понимали, я не против реставрационных работ, я против той реконструкции,
под манипуляцией реконструкции будет новое строительство, которое не только является угрозой для фасадной части нашего памятника национального и местного значения, но и не забывайте, что по историко-архитектурно-опорному плану эта территория находится, является памятником археологии, который находится также под охраной, и строить на этой территории новое строительство запрещено. Поэтому для нас четко мы понимаем, что есть нормы закона, которые нужно выполнять. И которые что? Давайте разбираться. Есть нормы закона, которые напрямую запрещают такой процесс. Однако все важные моменты в вопросе согласования строительства уже пройдены. Значит, дали согласие или нет? Нет, подождите. Ничего еще не пройдено. Это мы услышали желание собственника данного помещения, как заказчика, реализовать вот его желание. Но он, да, действительно, что для реализации его желаний уже произошли определенные негативные моменты, но еще не наступили последствия. Потому что Министерство культуры, которое через экспертную раду приняло учетную документацию, должно рекомендовать Кабинету министров, чтобы данный памятник был обрезан и вот в таком состоянии принят, как его рекомендовали наши чиновники. Поэтому еще есть возможность повлиять на это путем обращения к Министерству культуры Украины для пересмотра учетной документации и все-таки заставить их рассмотреть те архивные данные еще 26-го года, которые свидетельствовали о том, что данный дворец является П-образной формой, и поднять эти все документы для того, чтобы внести соответствующие картировки. Вы говорите еще о том, что по плану археологического, археологический вопрос запрещает там тоже строить. Так, значит, архитектор или желающий производить там застройку, просто высказавший свое пожелание, столкнется уже и с этим запретом. Конечно, он должен провести будет еще археологические исследования всей территории. Это дополнительные затраты, которые на сегодняшний день мы еще не получили. Вы подозреваете о том, что застройщик это не знает? Скорее всего, он это знает. Скорее всего, он это знает, но игнорирует, потому что, вы же понимаете, пока у нас не будет выполняться норма закона и не будут привлекаться к ответственности за нарушение, вот до тех пор у нас будет такая манипуляция. Пока некого привлекать к ответственности, потому что, с одной стороны, мы увидели просто желание, и это желание публично нам, в общем-то, рассказали, да, преподнесли, так сказать. Координационный совет – это дорачий орган. Мы рекомендуем, но не принимаем основных решений. Но этот вопрос ведь не впервые поднимается. Его понимали еще в прошлом году. Вот. А может быть, еще и в позапрошлом. В 2017 году, когда было принято решение утвердить эту учетную документацию, я на консультативном совете при области сказала всем членам, что кто голосовал вот за принятие такого решения, они сделали уже преступление, они являются преступниками. Условно, конечно же, это было эмоционально, преступниками против одесситов, против города, против культурного наследия. Ведь давайте не забывать, что 18-й год мы объявили годом культурного наследия. Таким образом, мы пытаемся защитить и сохранить то, что еще осталось. Но смотрите, с какой прогрессией растет уничтожение памятников культурного наследия. И все это связано только с тем, что здесь хаос, здесь нет открытой, публичной, полной достоверной информации. Ведь заступник министра культуры Украины Мазур, она заявляла еще, что действительно много памятников культурного наследия не имеют учетной документации. Учетная документация, если даже есть, то частично она, в общем-то, содержит неточности, которые нужно обязательно разрабатывать. Кроме того, охранные зоны не установлены. Это специалист заявляла, которая отвечает за то, чтобы все наладить системную работу с памятниками культурного наследия. И пока не будет налажена вот эта работа, пока мы не с вами публично не получим базу данных, которая бы полностью нам показала, а какая учетная документация, какой паспорт объекта, когда заключались договора, охранные договора, охранные зоны, когда установлены, что сделал чиновник, который отвечает за охрану культурного наследия и как привлекались к ответственности за нарушения. Пока не будет создана база поддержки, финансовая база, я говорю, о поддержке памятников культурного наследия, и не будут привлекаться к ответственности собственники, которые вот доводят до аварийной
стихийных состояний вот такие наши с вами достояния наши, то тогда, в общем-то, и не будет порядка. Поэтому и была подана мной, я сейчас два слова скажу, петиция на сайте Детского областного совета с просьбой с таким обращением к одесситам, в первую очередь, чтобы они проголосовали за четкий и понятный алгоритм, который необходимо будет выполнить ряду департаментам и управлений относительно охраны нашей защиты нашего культурного наследия. И предполагается, что нам, в общем-то, мы пошли по пути киевских коллег, которые, в общем-то, реализовали эту петицию, собрали 1000 голосов. Нам всего нужно лишь собрать 400 голосов для того, чтобы мы получили информационную базу, открытую, доступную, где была бы полностью понятна и известная информация, вот то, что я сказала, об учетной документации, о паспортизации объектов, об охранных договорах, об охранных зонах и о алгоритме действий каждого чиновника по тому или иному нарушению. Сколько еще времени осталось? Осталось 51 день. Осталось собрать 115 голосов. Я очень прошу, это не политический проект, еще раз, то есть это не самопомощь, там, либо еще другие партии, это просто одессит. Я как одесситка, у меня дети в седьмом поколении. Я 3 года борюсь за сохранение культурного наследия в переулке Удельном. Это единый сохранившийся комплекс, который содержит памятники архитектуры и истории. И не могу еще сохранить их, вот, чтобы вы понимали, 3 года работы, общих усилий, сбора денег, самой, мы сами готовим даже документацию и учетную, и другую. Таким образом, я просто прошу, чтобы мы собрали эти 115 голосов и завершили голосованием, в общем-то, победой, условной победой, потому что это только начало для того, чтобы мы навели, в общем-то, лад с нашими памятниками. Да, еще раз, где можно наследия. Проголосовать? На сайте Одесской областной администрации, петиция под номером 15. Я знаю, что сложно голосовать с позиции того, что этот сайт работает в тестовом режиме, и СМС нужно ждать, нужно поиграться по времени, это не так быстро, мне пишут в личку многие люди, которые хотят проголосовать, но сложности, поэтому киевские разработчики нас поддерживают, практически в ручном режиме происходит голосование, они нам очень сильно в этом помогли. А когда этот сервис запустили, как долго он пытается работать и вот так работает? Смотрите, вот этот институт такой коллективной демократии, да, был запущен год назад, но ни одна петиция не сработала еще вот именно в Одесской области, потому что тестовый режим, потому что не доведено до конца. Но, к слову, Горсовет с этой задачей справился. Горсовет справился, петиции работают, но вы видите, что 1000 голосов иногда очень сложно, здесь не так уж много. Да. Тем более речь идет о защите памятников культурного наследия не только города, а и области, то есть памятников именно по области и городе Одессе. Да, услышали вас, спасибо большое, продолжим эту тему. Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета, вернемся, пообщаемся с Алексеем Еремицей. Дождитесь.